Надеюсь, Геракл перебил всех стимфалийских птиц. Thank you.
Thank you.
άλλον χρόνο θα πατήσουμε.
Взгляни на этих людей. И что из этого ты можешь... Феспис? Алексиос, друг Аристофан. Думаю, сидел. Или лежал. Феспису взбрело в голову поставить в этом городе пьесу. Не надо так. Признаться, я ничего... Не скромничай. Пьеса о царе Леониде? Конечно, пусть приходит. Я помогу Феспису с пьесой. Что ж, хорошо. Итак, что тебе нужно? Вино. Думаешь, только пьяные станут слушать историю Леонида? Не пьяные. Где ты хранишься? Уже нигде. Местный командир приказал свой... Значит, придется забрать... Дорогое вино, да? Но искушенную пуп... Ты понь... Вино хранится в двух... Большая часть в конюшне Ареса. Я обо всем позаб... Вот и конюшни. Здешнее вино должно понравиться хотя бы коням. Вино, которое просил принести Феспис. Запах мог бы быть получше, но ничего.
Я нашел вино. Чудесно! Наши гости расслабятся еще до начала спектакля. Я пригубила вино. Ну, не уксус, и ладно. Наверное, предложу билеты подешевле беднякам. Когда я смогу увидеть пьесу? У меня возникла заминка с актерами. Ты их потерял. Они не явились на репетицию. Без них мы останемся ни с чем. Именно. Всего их трое. Играют Эфиальта, Ксеркса и Диенека. У меня есть предположение, где они. Кто играет Леонида? Я, конечно. Я не доверю главную роль никому другому. Значит, в твоей пьесе будет Ксеркс? Да, и эту роль исполнит прекрасный актер. Диенек. Да, его сыграет прелестный юноша. Правда, немного нервный. Выходит, предатель Эфиальт исчез. Вообще, мой добрый друг Трой предан своему ремеслу. Когда мы говорили, он был во власти религиозного помрачения. Надеюсь, актеры... Когда найдешь актеров, отправь их ко мне. И И нам никто... Ужасно. Вот уж правда, без помощи Леонида мне не обойтись. Ты исполнитель роли, Дин? Уже нет. Я играл с командиром и спустил все. Он сказал, что я буду его рабом. Хорошо. О, спасибо. Пришел отыграться? Рад, что ты с другом. Нет, я... ну... Отпусти его. Он должен играть в пьесе. Прости ему долг. Кого играть? Диенека, соратника Леонида. В трагедии «Леонид и 300 спартанцев». А, хорошая военная пьеса. Чаще бы такое ставили. Но было бы лучше, если бы у них играли солдаты, а не эти актеришки. Я не... Неважно. Дело обстоит так. Этот Малака мне задолжал и расплатится, став моим рабом. Хочешь занять его место? Может, ты сам исполнишь его роль? Ты ведь солдат, а не актеришка, верно? Клянусь чреслами Ареса, ты прав. Я сыграю Диенека. А как же я?
У моих воинов полно разодранных сандалий и затупившихся клинков. Поверь, тебе хватит работы, пока я буду блистать на сцене. Думаешь, играть это просто? Твои воины с первого же дня стали опытными бойцами. Тебе придется слушаться драматурга и выучить свою роль наизусть. О, вот как. Я буду готовиться вдвое усерднее любого из этих актеров. Иди к Феспису на рынок Пелоповой Лидии. Он ждет Диенека. Хотя вряд ли такого.
богам! Не спеши. Сперва надо сбежать. Спасибо. Зачем они схватили тебя? Безумцы считают, что я не актер, а настоящий злодей. Хотят, чтобы я помог им провести ритуал. Даже пытали, чтобы повторял их заклинания. Ты спасен. Я спасен, но жителей Элиды нет. Ведьма отравила еду, которую повезут в город, потому что Элида ее предала. Я уничтожу отравленные припасы. Но теперь ведьма знает, что ты здесь. Она оставит свое логово и сбежит. Тогда все будут в опасности. Я не позволю ведьме сбежать. Она слишком опасна. Хвала Зевсу, ведьма мертва. Теперь ведьма никому не сможет причинить вреда. Спасибо. Старуха натравила на меня этих безумцев. Раз она... Все так. Да, ведь Ксеркс не знал опасности. Бог среди людей. Хорошо, что ты понимаешь. Вернусь. Был рад помочь.
Здравствуй. Ты пришел, чтобы узнать о тайнах Гедоны? Какие же это тайны, если ты всем о них рассказываешь? Она богиня наслаждений. Так, как их жаждут все. Мы все Гедона. Я не жажду. Я ищу актера. Здесь нет актеров. Актера зовут Трой. Недавно к нам пришел актер. Но теперь его зовут Гедона. Как меня. И всех, кто находится здесь. Слушай, отвечай прямо. Прости, но лишь мне позволено общаться с чужаками. Ладно, я готов, Гедон. Чудесно. Докажи, что твои намерения серьезны. Сперва Так. Затем найди в пещере самопознания сокровищ. Водопад. Потом. Спрыгни с водопада и принеси сокровища из пещеры. После этого я смогу посвятить тебя в тайны Гедоны. Вот и водопад. Подыщу место и спрыгну. Пещера должна быть где-то рядом. А, должно быть, это пещера с сокровищем. Что я искал. Я прыгнул с водопада и нашел сокровище. Теперь ты посвятишь меня? Ты посвятил себя сам. Тайны Гедоны открыты для тебя, Гедона. Иди к остальным, они будут рады тебе. Поговорю с ними. Здравствуй.
ты Трой. Ты же новенький, да? А ты, кажется, разбираешься. Не сказал бы. Может, знаю кое-что из Аристофана. Поговорю с другими гедонистами. Подходящее название. Хайре. Я... Ну, нет. Хорошо. Иначе я бы засомневал. Ты Трой? Что? Я почти достиг третьей ступени блаженства Гедоны, а ты мешаешь мне. Да, лучше не отвлекайся. Хайре, я ищу актера по имени Трой. Это ты? А, актера? Всегда мечтал быть актером, но друзья говорят, что я не умею вести себя на сцене. Ну что же, возможно, они правы. Здравствуй, я ищу Троя, актера. У всех нас теперь новое имя, но я разбираюсь в театре. Важно вовремя заставить зрителей плакать или смеяться. И как ты заставишь их смеяться? Я бы наступил на мочевой пузырь козы и упал. Безотказный способ. Ясно. А как заставить плакать? Рассказать им, как скучаю по своей козе. А если бы ничего не вышло, порезал бы лук. Старая уловка. Благодарю. Поговорю с другими гедонистами. Звучит неплохо. Броское название может привлечь к нам больше людей. Снова ты, Гедона. О чем хочешь поговорить? Поговорю с другими гедонистами. Подходящее название. Ну что, удалось найти? Может, ты и не Трой, но смог бы заменить его. Я польщен, но что подумают мои друзья? Ведь мы должны восхвалять богиню Гедону вместе. Твои друзья уже знакомы с учением Гедоны. Но если ты расскажешь о нем со сцены, тебя услышат сотни людей. Дело говоришь. Конечно, я готов просветить людей. Пусть все узнают, что им может дать Гедона. Славно. Феспис ждет тебя на рынке Пелопа в Элиде.
Где ты прячешься? Клянусь, я отомщу.